Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы готовим фаршированный картофель мясом, и как всегда все ингредиенты я оставлю в описании под видео. На растительном масле обжариваем лук и фарш. Фарш у меня говяжий, вы можете использовать любой, какой вам нравится. Доводим до готовности фарш и добавляем кусочек сливочного масла. А затем идут приправы на ваш вкус. У меня это черный молотый перец, тимьян, и соль. Добавляем томатную пасту. Хорошенько перемешиваем, накрываем крышкой и готовим еще минут 10 на медленном огне. Берем картофель, желательно средних, а еще лучше крупных размеров, и очищаем от кожуры. Отрезаем картофель по бокам, чтобы его можно было поставить в противень. У меня есть вот такой вот специальный инструмент для удаления сердцевины яблока. Еще его называют штрудель. Но, в принципе, можно и обычным кухонным ножом справиться. Удаляем середину из картофеля. Далее добавляем зелень, у меня это петрушка, ну а вы можете использовать на ваш вкус. Формочку, в которой будем запекать картофель, смазываем сливочным или растительным маслом, и саму картошечку тоже. Далее все просто. Берем мясо и фаршируем наше будущее блюдо. Добавляем желток с яиц. Немного посолим. И отправляем в духовку 180 градусов, минут на 20-30. Но пока это готовится, натрем сыр. Наше блюдо почти готово. Добавляем сыр и еще на 5 минут в духовку. Картошечка готова, всем приятного аппетита, отличное блюдо на праздничный стол. Всем спасибо, что посмотрели данный видеоролик до конца, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки и пишите комментарии. Всем спасибо, друзья, до скорых встреч!